Ну а за один день до наступления нового учебного года в храмах Кунгура по традиции прошел молебен. Напутственные слова перед Днем Знаний звучали из уст священнослужителей. Это время особой службы перед предстоящей учебой. И для кого-то этот день стал знакомством с учебным заведением, для кого-то 1 сентября – это финал школьной поры, а для кого-то долгожданная встреча с друзьями, одноклассниками и любимыми учителями. Молебны посещают преподаватели, школьники с родителями и студенты. Священнослужители напутствуют ребят о том, что учеба требует настойчивости, усердия и внимательности. Ну а родителям напоминают о необходимости помогать своим чадам в нелегком пути познания науки. Одно из таких православных богослужений прошло в храме Тихвинской иконы Божьей Матери города Кунгура. Благодарю человека любви, всегда и непризнанно и во веки веков.